Патруль трезвости подводит предварительные итоги. Операция под таким названием прошла в нашем регионе. Помимо правоохранителей, принять участие в ней мог любой желающий. Достаточно было сообщить о нарушениях в розничной продаже спиртного. За реализацию алкогольной продукции с нарушением законодательства составлено 15 административных протоколов, из которых за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним 3 протокола. Всего за период акции составили больше, чем 1500 административных протоколов. Из-за незаконного оборота изъяли более 300 литров алкоголя.